Ну, раз, знаешь, болото идешь, ты первую там или вторую включил, у тебя 2500 оборотов, ты на расслабоне, на глазку щепаешь, погружаешься, вылазишь вот так вот. А зимой, когда снега, там валить надо, то есть там вот так вот не получится. То есть, помоги давать, да? Да, ты, там такая ситуация, вот ты колесо спускаешь, допустим, проваливаешься реально вот так, машину-то держит. И чтобы колесо спустил, пидо контакта больше, и чтобы выйти на определенный редан, ты машину разгоняешь. И она уже как вот на глиссере лодка выходит, и он определенный скорость, момент, и он только покачивается, вот там кухонький подпер. Чтобы ее разогнать, надо раскачать. Конь да путник, а ли вам не туго, кабы прядь пути не околеть. Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть? И у черта, и у бога на одном медальщиту ты российская дорога. 7 загибов на версту. Нету хама, значит будет яма. Рытвина, родить левенькими. Ух ты, дорога, ты скажи нам прямо, по тебе ли ездят на тот свет? Очень страшно. На доме до счету. Ты российская дорога. 7 загибов на версту. Но согласны и сапог и лапоть, как нам наши версты не любить? Ведь браниться здесь мудрее, чем плакать, а спасаться легче, чем ловить. И у черта, и у бога на дубе до счету. Ты российская дорога. 7 загибов на версту. Башмаки, блин, вся грязь на лобовое стекло льется. Все, встанет сейчас, нет? Не знаю. Не, лоси, они вот сидят в воде, вот башка одна торчит, им по барабану, охотники, не охотники, они просто до костей выгрызают мясо по утылу лосей.